Я нахожусь в городе Санкт-Петербург, в городе Екатеринбурге. Торговый центр, как называется? Алатырь. Торговый центр Алатырь, бутик рядом, Белью. Да, бутик Белью, а рядом со мной Ольга, управляющая этим бутиком. Ольга Сидорова. Поприветствуем наших зрителей. Посмотрите, какой прекрасный бутик. Красивое название, красивый логотип. Панель висит. Приглашайте к себе. Пожалуйста. Площадь магазина? Наша площадь 180 квадратных метров. 180 квадратных метров. Только что мы вручили диплом о соответствии высоким стандартам, поэтому можно нам очень приятно. Да. Мы отметили сразу, безусловно, но кроме того, что дизайн магазина очень хороший, выверенный ассортимент и работу продавцов. Конечно, как вы их подбираете, это продавцов? Таких продавцов? Отзывчивых, профессиональных. По своим каким-то личным, как сказать, качествам. То есть хочется, чтобы продавец мог предложить, расположить к себе, чтобы правильно найти каждому покупателю подход. Они давно у вас работают? Да, у нас стабильные продавцы, которые в стабильном графике работают, и очень давно. Где-то порядка 3 лет уже штат у нас не менялся. А сколько магазину? Магазину 6 лет. 6 лет уже. Но надо сказать, что только что мы разговаривали с владельцем, не только магазина, так и сети. Вот, будут изменения, освещение будет и изменена ароматизация. То есть вы будете еще улучшать, да, как мы я знаю. Мы стремимся быть выше. Да, теперь смотрите, по ассортименту расскажите, что у вас представлено. По ассортименту у нас очень много торговых марок, как российского производителя, так и Италии, Венгрии. Очень мы любим торговую марку «Желидон», «Магистраль» из купальников, «Шарманте», «Лормар» у нас хорошо, широко представлен. Также «Багамо» купальники у нас. Давайте, мы так будем ходить, и вы будете показывать. На пышную грудь, на пышные формы. Мы стараемся обеспечить не только стройных девочек, но и дам с пышными формами. Торговая марка «Лормар» у нас тоже хорошо представлена в белье. Так, мы купальники еще не... Купальники, да. «Магистраль», я уже говорила, наша любимая марка. «Блюбей», «Амарея», «Желидон», как я уже тоже говорила. «Детство», «Шарманте» вижу. Да, «Детское», мы тоже любим «Шармантовские» купальники. Тут тоже повторяется и «Блюбей», и «Амарея». Колготки вижу Пьер Карден, это то, что вы оптом занимаетесь. Да, то есть и Пьер Карден, и Орадора у нас колготочки в широком ассортименте представлены. Также у нас любят колготки и Омсел, и Сиси, то есть классические, как правило, есть свои покупатели. Так, здесь пошла корсетка у нас, да? Все так, цветовая гамма, хорошо подобрана. Стараемся подобрать, да, под цветовую гамму. А кто занимается этим? Вы? Да. Образование? Как вы дошли до этого, что умеете все делать? Это дано, наверное, от Бога. Ну, вы же делаете четко по каким-то законам, видно. Это не бывает от Бога. Цветовая гамма. То есть подбираю по цветовым где-то проводили? Гамму. Миа Мелла. Миа-миа. Миа-миа. Из шелка, да, из шелка, из полиэстера мы очень любим припастельное. Это миа-миа белье. Здесь тоже миа-миа. Белье. Вот видите, пошли уже к светленькому. Лето. Лето. Хочется. Какие что-то... марки здесь у вас? Корин вижу. Корин. Корин. Элина мы любим тоже. Так, ну Лормар, вот я уже говорила, Лормар, Сиэлэй, Желидон. Пьер Карден, Вильмон. Понятно. Все, коробочное белье. Так, здесь тоже. Домашка. Домашняя. Милада из российских производителей. Милада. У нас Милада. Пиканты очень мы любим по качеству. Угу. Очень качественная продукция. Понятно. Сейчас только что ваш владелец компании спрашивал у меня телефоны тех компаний поставщиков прямые. Не назвал мне пиканта, я бы ему дал. Вот, не назвал корин. То же самое. Ну вот мы восполним этот пробел. Да, там распродажа у вас. И постоянно люди. Вот мы здесь сколько были, а все время люди идут. Такое мы не часто наблюдаем. Так, счетчики есть у вас, да, там, да? Да, конечно. Вот,
то есть вы считаете. И, насколько я знаю, отчеты предоставляются владельцу каждый час. Предоставляю. Да. Что мобилизует? Так, вот здесь никого сейчас нет, девушки обслуживают клиентов. Вот такой магазин, уважаемые зрители, вы могли... Мужчин мы тоже чуть-чуть любим мужчин. Да, есть немножко и для мужчин. Ну, тоже можно поработать над этим, еще расширить. Магазин пока один, надеюсь, что у вас их будет несколько. Мы тоже надеемся. Так как задача поставлена, то вы наверняка это все сделаете быстро. Особенно теперь, когда освобождаются места для успешных магазинов. Когда они успешные, закрываются. Но я хочу пожелать вам успехов, чтобы у вас всегда были люди, находили здесь то, что ищут, чтобы было им приятно и по цене, и по качеству. У вас спасибо, все это вам есть. Огромное. Очень приятно, что вы нас выделили среди такого большого города, именно нас нашли и выделили. Мы тоже рады. Не очень много хороших магазинов, и очень приятно, когда мы такие вот открываем для наших зрителей и для себя такие вот хорошие магазины. Что умеете работать с товаром, с ассортиментом, с людьми. Успехов вам спасибо на этом большое. Поприще. Спасибо.